Я мылась там голая. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская, со мной мой парень Дима. Всем привет. Если этот клоун, как вы говорите, пробрался ко мне домой и загрузил все-таки вот эту игру, соответственно, я думаю, что это задание, и теперь я должна пройти ее. Так, я нажимаю вот «Играть». Ставлю. Зачем он ее установил тебе? Я не знаю. Чтобы ты поиграл, чтобы там что, появилось какое-то задание? Для чего он это сделал? Два дня назад Беверли позвонил мне и сказал, что она вернулась в Дерри. Тогда я больше не мог с ней связываться. Некоторые свидетели говорят, что в последний раз ее видели возле этого дома. Ребят, это реально, вы видите, это дом Пеннивайза, как из фильма «Оно». И Беверли, эту девочку с кудряшками, с такими рыжими ее звали. А Дерри – это именно тот город, где клоун Пеннивайз просыпается и начинает просто творить всякую жесть. Я сейчас что даже? Прошло 27 лет с тех пор, как мы последний раз сталкивались с Оно. А он вернулся или просто совпадение? Мне нужно выяснить. Надеюсь, Беверли все в порядке. В общем, я играю за этого, за героя, за мальчика. И я должна буду что, спасти Беверли? Я не понимаю. В общем, меня, ребята, этот клоун заставляет играть в игру, которая посвящена именно клоуну Пеннивайзу. Так, я понимаю, вот этой штучкой надо ходить. Мы находимся сейчас в какой-то комнате. Так, нужно осмотреться. Кровать. Страшное какое-то фото. Сейчас я, ребят... Это же фотографии прям как из этого, из кино, ребята. Это вот... Короче, я тут еще могу спрятаться. Я так понимаю, что даже может появиться клоун. Так, что тут лежит? Я не могу это... Так, я могу выдвинуть ящики. Так, выдвинуть ящик. Там ничего нет. Бумага, листок. Билл, когда ты читаешь это письмо, я могу умереть. Я был похищен, оно. Он запер нас в этом доме и преследовал нас, как игрушки. Он ест наши страхи день за днем. Убирайся отсюда, не ищи меня. Я нарисовал карту дома. Возьми ее на случай, если она понадобится. Блин, что за фигня? Он попал в дом и говорит о том, что клоун Пеннивайз, то есть оно питается страхами людей, которые заходят к нему в дом. Так, ребят, сейчас я выдвину второй ящик. Мне нужно направить на карту. Вот она, карта. Так, вот. Все, я взяла. Вы только что подобрали карту. Нажмите на кнопку «Карта выше», чтобы посмотреть карту. Так, карта. Значит, тут лестница, обеденный номер, кухня и библиотека. А куда мне нужно попасть? Ну, тебе карту дали не чтобы попасть, а чтобы прятаться или чтобы что-то найти. Я могу... Так, я нашла аптечку. И я не могу ее взять. Ну-ка. Вот, спрятаться. Вот здесь у меня кнопка появляется, спрятаться. Вот я под кроватью. Вот, у меня пульс, сердце. А что это за звук? Я так понимаю, что начинает стучать, когда... Клоун подходит ближе. Ребята, это просто жесть. Короче, у этой игры, оказывается, есть еще даже несколько уровней. Там всякие разные. Я выбрала более-менее средний, потому что, ну, если самый последний, мне кажется, там просто будет жесть. Так, ладно, аптечка не берется. Клоуна нет, что-то написано на стене. Ящики я проверила. А вот тут еще листочек какой-то. На... Во, какая-то бумага. Что тут написано? Найди предохранитель на кухне, чтобы восстановить электричество. Так, ребят, нам нужно на кухню. Нужно посмотреть по карте, где кухня. Так, кухня вот. То есть я сейчас выхожу и... Дим, я сейчас выхожу и налево. Идти надо назад, вниз. Так, открываем дверь. А потом направо, получается. То есть по карте ты отмечен красной точкой. Жесть просто, ребят, это просто жесть. Я так понимаю, что надо идти сюда. Слушай, ну это по графику лучше, чем Грэнни, лучше, чем вот, Слендерман. Вообще круто, но очень страшно, чтобы найти эту самую кухню. Так. Черт! Жесть!
только я хотел... Жесть просто! А, ребят, мой папа... Я думал, она как-то будет попроще. Короче, клоун выбежал и просто нас уничтожил. Ну, успокойся, успокойся. Все, конец? Блин, короче, выбежал клоун. Я не знаю, что еще, ребят, еще раз играть. Что нужно было сделать? Сейчас еще раз попробую. Я не знаю, ну, что делать. Он же ничего не сказал. Может быть, сколько попыток у меня там есть? 3, 1, 2. Успокойся, значит, получается, что надо было прятаться и тихонько, а не просто бегать. Ладно, сейчас... Нет, да, там надо было... Там нужно было что-то слушать. Я не понимаю, блин, что... Так, короче, я смотрю, так, у меня карта взята, нет? Я сейчас посмотрю. Так, карта взята. Я сейчас выйду, и мне надо, чтобы я успела спрятаться. Короче, ребята, да что такое? Получается, что ты в комнате, а он бегает по коридору. Он ходит, я должна его как-то услышать. Я не знаю, как его услышать. И вовремя спрятаться. Может, я быть, не надо... знаю, как его услышать, и вовремя даже спрятаться. Давай, вот, я не знаю. Последний раз. Ты выйдешь и опять зайдешь. Он зайдет, а ты спрячешься. Может быть, так попробовать? Потому что уж больно... Ты там все равно не успеешь никуда зайти. Я когда первый раз выходил, он не сразу появился. А в этот раз вообще прям сразу. Я не понимаю, у меня вот спрятаться. У меня не всегда появляется... Вот, я сейчас открою дверь, допустим. А, вот. Глаз. Вот, спрятаться. Вот я спряталась. Ну, я сколько тут буду сидеть? Ой. Вот. Я могу вот так присесть. Получается. Пригнуться. Вот смотри, тень какая-то. Где? Он, может быть, заходит. Это от меня. Это я сажусь, стою. Я как-то по звуку должна определять? Может быть, ты слишком много тебя с шумом, по шуму тебя замечала. По какому шуму-то? Вот, шаги. Вот. А я не могу убрать эти шаги. И причем у меня не появляется вот это спрятаться. Ты сейчас еще не вышла. Вот ты дверь открываешь. Я могу, может, спрятаться только в комнатах? Да, тебе надо из комнаты в комнату и по диагонали двигаться. То есть слева направо, справа налево. Тебе нельзя просто по коридору ходить. А, в коридоре он меня находит. Да, 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 да. В этом-то и суть. То есть поэтому тебе карту и дали, чтобы и ты... И тут идет. Я не могу спрятаться. У меня нет кнопки. Вот, этой. Вот, звук. Да это не я, это он идет. Я понимаю, значит... Да я не могу спрятаться! Вот. Вот, сердце бьется, значит, он... Нет, сердце бьется всегда, когда я под кровать залезаю. Может, прятаться, когда я слышу шаги? Может, вот это когда звучит? Там вот в Гренни, когда мы играли, там был какой-то звук. И прям вот я, допустим, была под кроватью, я видела, как заходит Гренни, я видела, и потом как уходит. А здесь ничего не видно. Вот этот звук, он как будто водит чем-то по стенам. Клоун ушел. Он тебя пугает специально. Мне надо дойти до кухни. Жесть просто, ребят, я даже не понимаю, я туда иду или нет. Я вообще иду в другую сторону, мне надо развернуться. Черт, мне надо идти вот сюда. Я его там увидела. Ты успеешь зайти спрятаться? Я не знаю, мне страшно. Где тут спрятаться? Все? Черт! Тут жесть. Я не могу даже на кухне дойти. Я просто не могу, я не знаю, что делать вообще. Я даже не могу на кухне пройти. Так, все, успокойся.
Может, он просто сделал... Ну, он, может быть, у него не было задачи того, чтобы я прошла эту игру. Может быть, задачу... Может, он специально просто нас всеми меня так пугает специально. Скорее всего, это означает то, что когда мы дома... Что если я не спрячусь в определенный момент, он просто меня зарежет. Успокойся, успокойся. Я не знаю. Короче, мне кажется, это просто игра была, какое-то предупреждение. Но вообще в своем первом видео на канале Voodoo Quest он писал, что типа никаких физического вреда он не хочет причинить. Зачем тогда он показывает эту игру? Ребят, мне кажется, он нас просто пугает. И у него это очень-очень получилось. Ребят, я не знаю просто, что происходит. И как вообще с этим всем бороться? Потому что нового как бы задания нет. Но мы поняли с Димой одно. То, что у этого клоуна есть ключи от нашей квартиры. Вы понимаете? Пока я мылась в душе, получается, он зашел, блин. Взял мой телефон. Вот, я даже ничего не услышала. Я услышала. Я подумала, что это был Дима, потому что у Димы есть ключи. Я же сказала: Дим, я сейчас помоюсь, выйду. А это, оказывается, был он. Представляете, как он был рядом. Как он был рядом. Мне вообще просто... Он мог что угодно сделать. Вы представляете, я мылась там голая. Мог за мной просто подглядывать. Это просто ни в какие рамки не лезет. Блин, какого хрена он заходит в мою квартиру и берет мои вещи? Просто хотел тебя напугать. И загружает туда какие-то приложения. Может, он еще какие-то жучки в мой телефон поставил. Я не знаю, ребят, что мне, куда мне теперь сдать его на проверку? Я теперь вообще всего, может, не знаю, может, в машине даже уже следит, если он от квартиры даже ключи смог где-то как-то взять. В общем, ребят, это просто какая-то жесть. Я не знаю, что будет дальше. Я вас только очень прошу, помогите мне пройти этот чертов мистический квест, где какие-то, блин, мистические уроды, психи преследуют меня и хотят удалить мой канал. Ребят, я так понимаю, что это не только клон, это целая организация людей в масках. Они наряжаются в разных вот этих мистических персонажей, которые из кино, там, маньяки всякие. То есть у меня уже и Вуду, и клоун. Блин, я вообще уже не знаю, чего ожидать и кто появится. Вообще просто, это просто жесть. Ребят, я очень рада, что вы были со мной, что вы просто вместе со мной проходите это испытание. Это своего рода тоже, ребята, челлендж. Я рада, что вы 24 часа со мной, ребята. Я вас люблю 24/7. С вами была я, Ирина Ясинская. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий, потому что ваш комментарий попадает в видео. Если ты досмотрел до конца, значит, ты самый-самый мой любимый подписчик. И я просто благодарна тебе всем сердцем. Пока. Всем пока.